потом налево повернешь. Ясно. Кусок винила, блядь. Это, по-моему, та разъёбка, где мы с негрузовым. Он перевернулся, а я его на ноги ставил. Так, я тебя здесь подожду. Вроде стараешься удерживать машину, блядь, заранее берешь градус поворота, чтобы все окей, и хуя сюда улетаешь. Хоть полюбуешься красотами. Добро пожаловать в Анус. А у меня такая зона прорисовки маленькая, что я тебя не вижу еще. А вот, подожди, это что? Я лечу, лечу. Там машина какая-то. Ты где летишь-то? У нас тупо прямой. А, вон ты. Только я тебя на карте только вижу, а жизни нет, не вижу. Я тут поворотики. А, вот теперь вижу. Так, все время прямо? Я твой навигатор воздушный. Впереди сейчас Т-образная развилка, просто прямо едешь. Просто прямо, не сворачивая. Все, понял, да? Я забыл. У меня навигатор так же стоит. Ну все, отлично. Вот там еще боты, не боты. Боты, пидоры, обормоты. Так, тут впереди взвешивание. Я не знаю, надо его или нет. Блять, не надо. Мне надо. Насчет тебя не знаю. Вот и тормозят, пидоры. Контроль не прояви. Двигайтесь прямо. Солнышко вышло. Пожалуйста, пройдите нужную проверку. Расчет нового маршрута. Процедура пиздовзвешивания. Чего в техническом есть то прочитать в пустом? Бля! Бузеров. Спасибо. Красиво. Знаешь, есть фильм «Одноклассники», там мужик был, который все время делал пук-чик-рык. Смотрел? Нет, нет, не знаю. С Адамом Сэндлером. Красиво. Когда скриншоты делаешь, игра немножко подвисает, и влево там или вправо уезжаешь. А хули ты тормозишь, ты долбоёб? Что-то мне подсказывает, что лучше не гнать сейчас. Мне тоже так подсказывает, мне писи. Он там один вообще едет, он перед кем-то там тормозил. О, парковочка справа. Можем заехать, кстати. Да ну, потом уже.
сколько сейчас время? 23:05. Слева тоже что-то, только парковка. Это просто, да, зеркальная парковка. То есть там ничего нет? Нет, зеркальная парковка точно такая же, как и с правой стороны, просто слева. Ты можешь там как-то пошустрее? Ну, 60, иначе я этого долбоёба буду догонять. Я уже его догоняю. Нет, я именно на обгон его можно как-то? А, да. Ты пишешь? Какие-то моменты не влезут. Стой, нет, нельзя на обгон. Держитесь левее. Свет, ты нахуй, Аня? Все, уместился? Ай, заново разгоняться. Давай подожди. Налево? Да. Короче, без времен. В игре The Crew. Хотя не удивительно, там те же самые места. Вообще, говорю, для меня в Америке самые красивые штаты — это вот Вашингтон, Орегон. Справа к этому все время забываю, называется от Вашингтона. Колорадо. Юта так себе уже. Там не особо много красот. Тихо. Иди, тормози здесь. Ну вот сейчас после поворота. Зачем? Знаешь. Ну, опять тормозить. Ну. Ну посмотри налево. Деревья валяются. Нет, вообще. Типа красиво-некрасиво? Ну да. Нормально, вот был бы гараж на таком фоне, я бы вообще обкончался. Все, поехали. Разгоняйся теперь заново. Да я вон с седьмой трогаюсь, потому что я заебался. Так, я тебе больше скажу. Мой грузовик тоже с седьмой там или с восьмой трогается. А потом резко на 14-ю перескакивает. Просто с седьмой еле-еле на шахтере. Ну, вот так вот. А эти есть, по-моему, которые только на высоких хорошо работают, двигатели. Которые что? Двигатели, которые работают на высоких оборотах хорошо, а на низких очень плохо. Я понял, сейчас проехали место, справа от дороги какой-то заезд в горы был. Надо как-нибудь потом будет проверить, что там. Если туда вообще будет. А, мы здесь катались, я демку здесь выпал. Просто там даже нету этого. Там нет дороги толком. Там проедешь и потом все. И дырка, да? Угу. Да, что-то припоминаю. Я там катался вроде. Ды-ды-ды-ды-ды. Чего? Да, катался.
хватает дождя и грозы. Так, это тут светофор ебаный, аккуратно. И бот стоит. Вы заебали, это только как полетел. Да ты охуел, что ли? Ой, как красиво справа. Вода желтая, правда, почему-то. Зеленая у меня, ну голубенькая даже. Нет, рядом с берегом слева одна желтая. А, ну да, есть такое. Но это отражение от солнца. Потому что чем дальше проезжаешь, тем меньше отражение. Дрочу, дрочить вот это в пейзаже, ебаный свет, а? Ну, кто тебя здесь повел? Кто тебя здесь повел? Да я знаю, где кататься. Кто поебывает? Кто тебя здесь повел? Потом ты скажешь, кто не слышишь. Кто тебя здесь повел? Повел?